Согласно профильному постановлению, в стране реализуются меры по дальнейшему усилению социальной защиты сотрудников органов внутренних дел и членов их семей. Группа сотрудников МВД получила средства для покрытия первоначального взноса ипотечного кредита на приобретение жилья. В системе Министерства внутренних дел налажена система социальных гарантий, предоставление материальной помощи личному составу. Сотрудники на основе нормативно-правовых документов пользуются льготами. В частности, 30 из них, представляющим профильные службы УВД Ферганской области, были выделены средства для оплаты первоначального взноса в размере 25% для приобретения жилья на основе ипотечного кредита. Им в торжественной обстановке вручили соответствующие сертификаты. Мне выделили денежные средства для внесения первоначального взноса. Я очень рада такому вниманию и буду верно служить своей родине. Итак, примеров немало, отражающих масштабную работу, направленную на социальную поддержку сотрудников сферы и их семей. Принцип «во имя чести и достоинства человека» приобретает еще большую важность в обществе. Он предусматривает создание достойных условий жизни для каждого гражданина. В последние годы широко обновляется и система органов внутренних дел. Особое внимание уделяется усилению социальной защиты работников сферы. В мероприятии, организованном в Андижанской области, 25 работникам были вручены сертификаты на получение первоначальной субсидии для приобретения жилья. Группе сотрудников Академии МВД также были выделены первоначальные взносы в размере 25% от стоимости жилья. Вручены соответствующие сертификаты. В завершении мероприятия члены семей сотрудников ознакомились с современными условиями, созданными в данном учебном заведении.